Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор модели от компании ICM. Модель у нас в 16 масштабе под номером 16101. Модель лидера, как это сказать, командира команды SWAT. Как я понял, здесь написано лидер, поэтому так вот. Первое, что мы видим, это хороший, красивый, красочный бокс-арт. Далее у нас коробка из плотного картона. Коробки, пакет с ледниками и так, сейчас покажу вам. Это что-то типа постера, который вы можете повесить на стену. И так, далее у нас и инструкция. Так, сейчас покажу вам цвета. При покупке можете сразу приобрести. Цвета указаны в палитре Revel и Tamiya. Далее, на первой стороне, с одной стороны, у нас инструкции обзор ледников. На другой стороне сборка модели. Здесь у нас указаны детали и получается как бы окраска сразу их. Варианты цветов. Далее следующее, это у нас будет сбор ледников. Пакетики с ледниками у нас вот находится подставочка, детали подставки. Подставка, она получается у 16 масштаба одинаковая. У всех фигурок она одинаковая, то есть тут представлено у нас 4 вида покрытия, то есть, ну, это, допустим, там брусчатки, какие-то варианты, ну и просто типа, как асфальт как будто. Вот, поэтому подставка она единая на всех моделях пока что. Что будет дальше, я не знаю. О, у нас даже есть прозрачный литник, классно. В прозрачном литнике у нас деталь очков, сделано хорошо. Из пакетика доставать не буду, потому что тут так все видно. И два ледника с деталями. Так, простите, мы начнем обзор. Хотел бы сразу обратить внимание ваше на то, что одна кисть у нас получается сделана отдельно, одна кисть, тут получается часть кисти пальца отдельно, а тут при как руке сделано. Далее детали туловища у нас сделаны как отдельными деталями представлены, то есть спина и две груди. Далее тут вообще интересно, что все оружие тут получается, какие-то элементы защиты, они все, ну, все сумки, рации, они все не влиты на деталь, а все представлены отдельно. Это будет смотреться очень хорошо на данной фигуре. Детали ног выполнены единой деталью. Как я вам сказал, туловище и нижняя часть туловища, она сделана из нескольких деталей. На ногах стык пресс-форм отсутствует. Детализация мелких элементов и мелких элементов на самой непосредственной модели выполнена отлично. Лицо у нас сделано в маске, то есть тут будет видно только нос и глаза. Поэтому тоже интересный вариант. Далее у нас шлем. Здесь шлем сделан отдельно от головы. Ботинки. Подошва ботинок, она. Интересно, что сделана подошва ботинок, она сделана, выполнена отдельной деталью. Далее тут оружие у нас, пистолет. На пистолете фактура на ручке пролита очень хорошо. Модель вообще очень мне понравилась. Классно сделано.
Ну и мелкие детали протлиты отлично. Это, я так понимаю, как М16 похоже. То есть тут тоже все четенько, все сделано, все отлично. Обои, каких-либо дефектов на данной модели нет. Друзья, если вы любитель 16 масштаба, покупайте модель супер. Да даже если вы только начинаете и хотите попробовать, модель класс. Будет интересно, как, наверное, даже и новичку. То есть она пролита хорошо и каких-либо проблем при окраске или возникнуть не должно. Модель класс. Все. Всем спасибо. Пока.